Район Баляева. Небольшой рынок. Здесь торгово-административный центр «Самоцвет». Никогда туда не заходила. Пройдем до воздушного перехода. Идем по улице Луговая. Вот трамвай в сторону Луговой пошел. Там елка даже есть на рынке. Хороший вид на остановку трамвая. Трамвайное кольцо Поляева. Бывший кинотеатр «Варяг». Сейчас что-то спортивное. Поднимемся на воздушный переход. Посмотрим оттуда, если ветром не сдует. Солнечно. Направление в сторону Луговой. Так, а вот здесь хорошо видно. Спортклуб «Варяг». Thank you.
улица Луговая и направление в сторону Луговой. Вдоль дороги. А с левой стороны парк минного городка. Баляева пошел.